Недавно появившись перед СМИ, президент Всемирного банка Джим Юн Ким позитивно отозвался о технологии блокчейн. Несмотря на то, что раньше Ким говорил с осторожностью о криптовалютах, теперь он отметил: «Технология блокчейн – это то, что теперь волнует всех. Но мы должны помнить, что биткоин – это один из немногих примеров ее использования. Очень важно, чтобы мы шли вперед вместе с технологией. Я уверен, что она не будет использоваться во вредоносных целях». Говоря о криптовалютах, президент Всемирного банка также позитивно отозвался о некоторых платежных системах.